Всем привет! Меня зовут Скворцова Дарья. Меня Пономаренко Ольга. Меня Алексюк Мария, и мы тренеры студии танца на пилоне Let's Fly. Сегодня мы с вами разберем связки октября для первого начинающего уровня. Не будем долго затягивать. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и переходим к разбору. В этой связке есть очень интересный переход из крутки свастика в балеринку. Давайте мы с вами рассмотрим медленно. В свастике мы крутимся пяточкой, цепляясь за пилон. Вторая нога у нас сзади. Мы подставляем ногу, опускаем вниз и выходим в положение, как на подлаз. Если мы просто наклонимся вперед, то у нас не будет держаться балеринка, поэтому нам нужно довернуться. Развернуться на другую сторону. И опуститься вниз. Движение будет по ходу крутки, то есть мы не будем идти в другую сторону. Если у вас возникают проблемы сразу переставить ногу, поменять ноги местами, отработайте следующий вариант. Перекручивание на месте со стороны в сторону. Давайте посмотрим, как это выглядит в целом. Мы ножку подставили, развернулись по ходу движения и наклоняемся вниз. В связке у вас могут возникнуть сложности с шагами. Для того, чтобы пошагать, вам необходимо поставить руку в упор, как вы лазите. Вторая рука будет сверху. Верхней рукой мы себя тянем, а нижней рукой отталкиваем от пилона. И стараемся делать шаги. Данное упражнение рассчитано на перспективу. Для того, чтобы оно хорошо получалось, его нужно делать много раз. В этой связке есть такой элемент, как стойка на локтях. Многие выполняют ее неправильно и ставят голову на пол. Так делать нельзя. Вы должны стоять только на локтях, а голова должна быть поднята наверх. Если вы ставите голову, у вас возникает чрезмерная нагрузка на шею, вам тяжело прогнуть спину, и стойка не выглядит так эстетично, как выглядит, когда вы поднимаете голову наверх. Это были три связки pull dance для новичков. Пишите в комментариях, какая связка вам понравилась больше всего, и обязательно отрабатывайте ее на занятиях. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Пока-пока!